и Банабалка, коттеджный поселок Жемчужина. В планах компании «Стройгарант Анапа» здесь возвести 220 благоустроенных и комфортабельных домов. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле. К каждому участку будут подведены центральное водоснабжение, газ и электричество 15 кВт. Обратите внимание, из чего мы строим наши дома. Фундамент, выполненный из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Устанавливаются каркасы колонн из арматуры диаметром 12 мм с выпуском в цоколь. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном марки М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 12 мм, связанные между собой хомутами через каждые 250 мм. Согласитесь, это действительно надежный и прочный фундамент, который будет служить вам долгие-долгие годы. Теперь о стенах. Стены у нас выполнены из газоблока марки D500. Это плотность такая. Размер газоблоков, из которых выполнены стены по периметру дома, 625 на 250 на 240 мм. Перегородочные стены из газоблоков 625-250 на 150 мм или 625 на 250 на 200 мм. Газоблок усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50 мм. Следующий этап строительства – это кровля. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм, контррейка из досок 25 на 50 мм, обрешетка под металл из досок толщиной 25 на 100 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Теперь поговорим немножко об отделке. Сначала дом утепляется плитами каменной ватой толщиной 30 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. Где-то заливают фундамент, где-то идут отделочные работы, а на другом участке уже заканчивают стелить кровлю. На сегодняшний день уже проданы 35 коттеджей. Покупатели своей купленной жемчужиной довольны. Говорят, дома красивые, планировки удобные, да и место для проживания идеальное. Почему жемчужину выбрали? Ну, там были красиво. Инфраструктура там. Вот, тоже, вот, да? Это у вас было основное. Там и школы, и садик, если да, надо, да. И больницы, и ППС, да, и да, глава да, там да, сидит, да, да. И рынок. Да. Многие ездят туда по на рынок. По инфраструктуре, именно по инфраструктуре. Действительно, в шаговой доступности школа, детский сад, дом культуры, поликлиника, администрация. Имеется в поселке станция скорой помощи, отделение банка, почта, различные магазины, в том числе и сетевые. Рядом располагается аэропорт и ЖД-вокзал, а также пролегает федеральная трасса А-290 Новороссийск-Керчь. До Анапы всего 8 километров, а до Черного моря около 15 минут на машине. Рядом песчаные пляжи Джимате, Пятихатки и Витязева. Добраться можно на личном транспорте и на автобусе, который курсирует тут с завидным постоянством вне зависимости от сезона. Если вы хотите переехать от городской суеты в тихое и уютное место, сменить тесную квартиру на просторный коттедж, то ваш комфорт в наших руках. Специалисты компании «Стройгарант Анапа» не только ответят на все интересующие вас вопросы, но и подберут максимально удобный проект коттеджа с учетом всех пожеланий. Успейте купить свою жемчужину!